Привет, Иван. Мне бы хоть раз кто-нибудь такой видеоотчет послал, который я тебе отсылаю. Было бы классно. Но людям, может быть, на будущее. Я вот продаю Ивану кран. Это стабилизатор. GM Crane 2. И решил отправить ему видеообращение, что все в целости и сохранности. Смотри, вот пульт. Коробочка от него. Сейчас я туда все сложу. Это автофокусировщик. Я его даже не скрывал. Пломбочка закрытая. Все. То есть я его даже не открывал. Он как бы мне не нужен был. У меня автофокусировка в порядке. Теперь смотрим. Потому что как бы сумма не маленькая. 30 тысяч. Я тебя понимаю, что ты очень сильно, наверное, переживаешь. Ну, хотя у нас безопасная сделка на Авито. Сам кран. Или как это? Ручка-держатель. Ой, сам кран. Это ручка-держатель. Ну и сам кейс с краном. Абсолютно новый. Все в целости и сохранности. Посмотри, какой сохран. Все новенькое. Даже без отпечатков пальцев. Подставочка, сам кран, платформа, батареечки, зарядничка. Сейчас мы это все, и коробка от него. Пакую в коробку, в пленку. И все, постараюсь быстренько это показать. Так что вот, Иван, все тебя упаковываю в целости и сохранности. Тебе доставит служба Boxberry. Ну что, займемся упаковкой? Поехали. Вот такая посылочка получилась, Иван. Думаю, доедет тебе в целости и сохранности. С Иваном мы заключили безопасную сделку через сайт Авито. Он перечислил туда деньги, а я ему отправляю вот эту посылку. Он вскроет, посмотрит, что все в порядке. И, наверное, оставит себе приятных тебе съемок, Иван, чтобы у тебя было все хорошо. И на будущее, ребята, кто продает через Авито, да не обманывайте, говорите всегда правду, показывайте товар лицом и спрашивайте за него те деньги, которые вы хотите. И к вам, и у вас будет все хорошо, будете продавать очень быстро, и все будет у вас нормально. Не так, что я один раз поехал смотреть машину на 2500 километров. Спрашиваю чувака по 10-бальной шкале, насколько вы оцениваете свою машину. Он говорит, твердую восьмерку. Приезжаю, там твердая. Смотрел Тойоту, можно сказать, посмотрел восьмерку, ВАЗ-2108. Выглядит хуже, чем ВАЗ-2108. И он считает, что у него замечательная машина. Мы русские люди, друг друга не обманываем. Иван, посылочка летит с помощью Авито и Boxberry. Тебе всего тебе самого хорошего, удачи.